Судья Кировского районного суда Геннадий Подберезный, подкупавший Назара Холодницкого, взят под стражу с возможностью залога в 5 миллионов гривен. Такую меру пресечения ему избрал Печерский райсуд столицы. Об этом сообщили в ГПУ. Напомню, сотрудники ГПУ и СБУ задержали Подберезного позавчера вместе с его бывшей коллегой Натальей Овчаренко. Они предложили руководителю САП Назару Холодницкому прямо в его кабинете 300 тысяч долларов за закрытие уголовного дела в отношении Овчаренко. Взяли их на горячем при передаче первого транша 50 тысяч долларов.